Здравствуйте, меня зовут Екатерина Хохлова, я мейкап-артист, и сегодня я хочу поделиться секретами звездного макияжа. Кожа моей модели очищена и увлажнена, и я приступаю к следующему этапу – нанесению силиконовой базы и тональной основы. Сейчас я приступаю к коррекции синячков под глазами и скульптуры лица. После завершения коррекции я воспользуюсь двумя пудрами. HD я нанесу под глаза и на центральную зону, обычно рассыпчатую на периферии. Я перехожу к макияжу глаз, и сейчас я воспользуюсь карандашной подложкой холодно-коричневого оттенка. Я растушевала карандаш, и теперь я приступаю к нанесению сухих теней. Теперь я перехожу к насыщению внешнего уголка глаза гелевыми текстурами. Воспользуюсь тенями сиреневого оттенка по нижнему веку, чтобы оттенить зеленую радужку глаз. Прокрашиваю ресницы тушью баклажанового оттенка. Приклеиваем искусственные реснички. Перехожу к оформлению бровей. Усиливаю коррекцию сухими пигментами и добавляю шиммеров. Приступаю к макияжу губ, воспользуюсь нейтральными телесными оттенками. Звездный макияж в стиле Шерон Стоун готов. Сделаю небольшую трансформацию макияжа. В лучших традициях Голливуда это будут стрелки и матовые красные губы. Воспользуемся двумя оттенками пудры, чтобы сделать скулы более четкими и рельефными. Голливудский макияж готов.